Инициатива и трудолюбие – эти две составляющие, которые, как всегда, необходимы для создания красоты и уюта во дворе многоэтажных построек. Детские горки, современные спортивные площадки, зоны отдыха – это и многое другое может появиться в любом брестском дворе. Главное – проявить инициативу и слаженность. Именно такие черты есть у жителей, которые проживают по адресу Воровского, 29. Силами жителей кооператива Воровского, 29, наводится порядок на их дворовой территории. Ну, она как бы не то, что она одного кооператива. Тут много домов ограничивает эту дворовую площадку. И все, ну, неравнодушные жители вызвались навести порядок. Акция «Чистый город», которая проводится у нас в городе, направлена не только на уборку и окраску, она также направлена на озеленение территории. То есть кооператив тоже может высадить и деревья, кустарник, цветы, клумбы, это тоже приветствуется. Создать благоприятную атмосферу во дворе дома, в котором живешь, чрезвычайно благородная задача. Она посильна только дружному коллективу соседей, ведь чтобы добиться результата, важна сплоченность. И она у жильцов 29-го дома на Воровского есть. Вооружившись шуруповертом, граблями и метлами, краской и кистями, люди объединились в одном порыве, чтобы сделать свой двор еще более уютным и красивым. Мы, в принципе, в течение всего года стараемся поддерживать чистоту и порядок на нашей соседней территории, на территории, которая рядом с нашим домом. Потому что здесь, во-первых, и гуляют наши дети. Да и самим приятно находиться в чистом, красивом дворе. А сегодня мы приурочили так к месячнику, получается, благоустройства и акции «Чистый город». Вот и пришли люди, родители с детьми немножко помочь. Все происходит как-то потихоньку. Вот все, что здесь высажено, это сделано силами самих соседей, жильцов, всех людей. В планах, конечно же, у кого-то кто-то на даче выращивает саженцы, привозит, садим, облагораживаем, подстригаем траву, и хотим, чтобы все было чисто, красиво и зелено. Сегодня в преддверии Дня города большая армия работников коммунального предприятия делает немалый объем работы. Чтобы Брест хорошел, а мы, брестчане, можем им помочь, наведя порядок и красоту на своей дворовой территории. Ведь, как известно, дом начинается со двора.